Специально дуло только парами. Ебать, какое-то уёбище передо мной заспавнилось. Сейчас я загружаюсь, и это я. Не-не-не. Это было бы классика. О, фига, я реально... Ой, блин. Житель Кении собрался жениться на тройняшках. Психология тишины. Факт. Да, там зря... Ну, скинул. Алло. Алло, алло. Да, Влад, Влад ждет реакции просто. Но... Егор, почему ты не реагирует? Я не знаю, почему. Реакция контент. Какого-то хуя, блядь. Ну что, Егор, куда будем прыгать? Можно разведать камп Браво. Быстро, ну так сказать, почему нет? Сомбреро? Го, го, камп Браво. В самом конце, я там ни разу не был. Типа трахнут, но и бог с ним. Типа думаешь, нас там трахнут? Ну, он просто... Он близко к самолету, но при этом в самом конце полета самолета, то есть... И можно либо две... Но... Можно либо две быстрые, да, либо... Одну потом. То есть трахнут... Трахнут нас там, где годный лут и удобно высадиться. Я не знаю, годный ли там лут, потому что там никогда не было. На этой карте, в принципе, везде бомжатник. Просто худшая карта. Это реально худшая карта. Просто худшая. Нигде нет годного лута. Что за карта? Я не китайская? Знаю, как она называется. Дом китайских... Не, есть вьетнамская, есть китайская. Да? Ну это вот куда мы приземлялись, когда я с вами играл пару раз? Это была китайская, и там мы хотя бы знаем место, где дофига лута. А это вьетнамская. С такими хибарками, травяными крышами. И тут, ну, тут просто пиздец. Везде. А Егор с яблоком в руке. Яблоко раздора? Яблоко. Яблоко говна. А Егор дропнул штаны. Егор, дропни парашют, пока мы не выскочили. Посмотри, что будет. Это работает? Я не знаю, можно ли его дропнуть, но если да, то. Ты не сможешь. Его попробуй, сказать. Попробуй. А воду, если прицельно тебя... поднять. Ну, вроде нормально все выйдет, как в жизни. А, ну, воду, может быть, можно, да. Главное, руки правильно выставить перед падением, ну, типа, знаешь, не солдатиком, а рыбкой. В принципе, можно, да. Опа. Сколько тут высота? 2 километра? Опа. Так, не, да, в Камп Браво тоже люди хотят. Камп Браво. Ну, значит, сейчас будет забив. Конкурирующая фирма, да, вышла. А почему вы так поздно дропаете с него? Вам же не обязательно перпендикулярно лететь. Вы можете раньше дропнуться и быстрее долететь просто. По-моему, наука утверждает, что перпендикулярная высадка приводит к самому быстрому приземлению. Нет, ну, с момента выброса, да, но с момента... Ты же просто... Вот, те уже челы, и, Слав, посмотри, где они, блядь, перед вами уже давно парашюты раскрыли и раньше упадут. Ну, может, ты прав. Потому что они высадились раньше и точно так же долетели, только из-за того, что они высадились чуть раньше. Ну да, тут надо учесть вот эту горизонтальную составляющую, когда на парашюте неизбежно пролетишь вперед сколько-то. Так что я согласен с тем, что сказал. Да если не было парашюта, напрямую летишь, ты просто чуть раньше дропаешься, у тебя чуть-чуть вырастает дистанция за счет того, что они перпендикулярны, но из-за того, что ты дропаешься на несколько секунд раньше, это в плюс выходит тебе. Ну, на самом деле, наверное, меня зажимает. Не понял, я бегу к тебе. Блин, там какой-то чел незалутанный пытается от меня убежать, я в него не могу попасть, блять, потому что у меня снайперка без прицела. У него автоматик. Вот в этом, в залупе. Я пометил. О, заебись. Нифига, ты его просто вырубил. У него кореш, у него кореш прямо вокруг здания бегает за зданием, Егор. Которым ты убил прямо вот перед тобой, да? И куда он бегал. Я сквозь тебя не могу стрелять, к сожалению.
Сори, у меня плохой контроль спрея, если был бы лучше, я бы его убил. Вроде спрей. О, это пати, мы вырубили пати нахуй. Он тебя кемперит. Короче, Слав, отползай за машину, где я стою. Слава, норм по хп вроде. Не, я сейчас сдохну, если вот прям сейчас помощь сейчас. Игорь, неси. Ну они отвлеклись вроде. Я слышу, он подходит, Игорь. Бросай да меня. Похуй. Умрем вместе. Окей. Опа. О! Еблан. Медицины у меня нет. Я в домик. Чекнул, кто не било. О, вектор. Заебись. Парны. У него ноль медицины, ГГ. Вектор, да. А чё в нем патронов так мало? Как ты его убил вообще? А, вот он. У него не было медицины вообще. ГГ. Ой, блять, говно. Так, Егор, мне сейчас желательно избегать вообще комбо до какого-либо, потому что у меня на ХП и нет хила. Не хочу добивать его. Ты его добиваешь или чё? По кому ты стреляешь? Да, я добил. Ему и бежит мстить в спину. Да, я вижу, ты его добил. Так, ну и чё, сколько народ тут осталось, нахуй? По идее, я вообще мы всех... По идее, мы всех их, блядь, отхуярили. Не, Егор, ты всех отхуярил. Я нанес 0 урона. Позже замечал. Блин, правда, они могут, конечно... Блядь, зоныш скоро пойдет. Ой, бронежилет прицел. Лут у них полного говна. Окей, у этого есть хотя бы кар. Я возьму кар, но он без прицела. И у меня все еще 0 хп, 0 медикаментов. Я слышу, кто-то бежит. Егор, это ты? Нет. Нет, это не ты. Рядом со мной кто-то бежит, я не палюсь, в траве лежу. Давай. Я не понял, где он, я его не увидел. Просто побежал где-то в упоре от меня. Я косплеил папе, что сейчас точно. Это не по тебе? Очень близко ловятся пули. О, я увидел. Так, очень еще по мне. Я заполз в безопасное место, кажется. Я без медицины все еще. Спасти рядового Райана. Егор, у тебя есть медицина? Нет. Сука. Я ползу. Сука. Нельзя из положения сидя перепрыгнуть заборчик. Да, он за деревом сидит. Да, короче, пошли нахуй, пошли вглубь к этой хуйне. А мы сможем так, что он меня не убьет? Да, просто беги вот так, да. Все. Заебись. Гол долутывать, что тут? Долупывать. Мне кажется, тут никого нет. Не, в глубине, по идее, должны быть еще люди. Здесь слишком много народу прыгало, чтобы это были все, нет? Нихуя. Не, по-моему, не столько. Ну сколько? Пятерых угандошили. Я медицину не трогаю, если. Ну, короче. Я медицину не нахожу, так что если видишь, трогай его. Я могу пропустить ее. Ты потом отдашь. Ой, блядь, так. А, ну. Короче, го по этой, по кромке съебывать. Кстати, если чё, делаем вывод. Это худшее место, если что, для того, чтобы дропаться. Я так, ну вот, типа, я захожу вот в эти домики серые, и в них просто ноль. Вывод сделан. Типа, это просто ужасное место. Сюда никогда не стоит больше прыгать. О, я нашел обезбол. Я бегу. Ну, я дропнул. Зона подходит. Короче, давай, пей обезбол. Где я? Где? Вот, я дропнул. Сказал, а, все, зона уже тут. Ты не дропнул, нихуя. Потому что тебя не было рядом. А что, ты не переживешь? Ну, что я не переживу? Ну, ты видишь, мой ХП. Ну, реген капает, он может быть... Пошли, главное, чтобы не въебало этим. По тебе? Ну, а, нет. Одну минуту этот реген меня будет спасать, а дальше все. Все, гомон в тот, вот в ту деревню. А, нет, там есть чел. Блядь, там чел слева.
сосать, блядина. Блядь, и красная зона как раз. Так, все, все, забегаем. В смысле? Ну, в смысле, реген от энергетика не перебивает первую зону, если... О, я аптечку, я нашел аптечку. Ну чё, Гоя, я тебя сейчас побегу поднимать тогда. Я думаю, я не доползу до дома, так что нам придется под красной зоной это делать, молиться, что у меня бомба не попадет. А, ну короче, а нести... я, кстати, ни разу не нес. Я не знаю как, у меня всегда на одну и ту же кнопку F. Как это можно сделать вообще, я не знаю. Ладно, может быть, я добегу до дома и там аптечку. Быстро, быстро в зону. А, нет, тут же зона рядом. Есть, у меня есть аптечка, аптечка. Все, все, мы живем, живем. Дропаю аптечку, блять. Иду дальше лутаться. Угу. Спасибо. Ты, кстати, по красной зоне идешь дальше лутаться. Ну, и хуй. Все, я в доме. В домике. Блять, нету... что-то ты жестко разъебал в этом матче. Ты же реально уже шестерых убил или что-то соло. Все-таки наловчился? Да, ну ушла. Да у меня только в начале получается нормально стрелять. Ну, типа, что-то делать. Те, которые доживают до лейта, тем я нихуя не могу сделать. Ну какие выживают? Те до старости живут. Гвозди бы делать, да, из этих людей. О, прицел X6. Слушай, живём, реально? О, это какого? У меня бы какой-нибудь хоть прицел на снайпер. Ну, ну блин, у меня X2 только есть. Ну, X6, у меня тоже снайпер. Блядь, да ёбаная зона! Почему она так неожиданно подходит каждый раз, сука? Ну, мы не следим просто, не хватает микро. У меня просто одна аптечка ссаная. Ну, тебе нужнее. Ладно, побежали. Машины я не видел. Ну, можно вдоль дороги бежать. Можно вдоль дороги бежать и искать машину параллельно. Я так и сделаю. Я не знаю, я хочу просто прямо бежать. Ты не обгонишь зону, какой смысл бежать прямо? Подожди. А! То есть там еще, блядь, до нее 10 тысяч километров? Ой, блядь, пиздец. Ну... Когда останется 1/6, 1/8 хп, я принимаю аптечку. Я уже так. Принял, нахуй. Блять, я... Ты рано. Не-не-не-не-не, она не до... она не в упор дохилила, так что... Я так она всегда хилит до 75, но она может нет, захилить она больше. Нет, чуть-чуть, она где-то до 70 дохилила. Она всегда хилит до одного и того же значения. До одного и того же. В смысле, она то не... Есть... Не может такой есть... же... Ну что, ну сколько? Она хилит тебя до 75 всегда. Всегда. До порога. Окей. Вот. Поэтому ее выгоднее всего ее использовать, когда у тебя около 0 хп. Ну ничего. Плохие новости, я бегу вдоль дороги, 0 транспорта. Да, тоже... Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы. Охуенно, Слав, красава. Это что нахуй сейчас было такое? Это был, блядь, из Варкрафта. Мем. Зато у меня световуха там, и... Там есть этот профессор Мерзоцит, который все время троллит своих подчиненных сообщениями по громкой связи. Отличные новости, народ! Ну и дальше следует вот что-то из разряда того, что я выслал. Вот это его... Good news, everyone! Это сигнатурная его фраза. Так, надеюсь, в этом городке никого нет. Отлично, гнилая тачка. Я снова сдохну, ура. Надо было бежать по кратчайшему пути. О, а, зона остановилась? Да, да, подожди, да. Зона остановилась. Да, тут вообще не залутано. Го быстрее лутать и съебывать. Я выжил на одном хп. Я бинты нашел. Они тебе пока пригодятся. Я, наверное, соседний давал. О, обезбол есть. Ну, короче. Пей все сам. Я. Ну, этих медикаментов не хватит на двоих, так что. Ну, да, хиль да. Себя, а я попробую в соседнем доме что-то. Просто чтобы хотя бы время выиграть. Так, у нас 30 секунд до того, как зона пойдет, это ж пиздец. И я нашел еще одну гнилую тачку. Отличный новый! Да, пошла, ура! Ладно.
Хилимся, да не это реально новость из разряда штамма чумы. Один энергетик, это все. Все, что я получу. 7 секунд до зоны. А ладно, нам на самом деле бежать вообще недалеко. Если что, зона пойдет очень медленно. Так что не на самом деле не паникуем. Ну, мы ее обгоняем. Мы ее обгоняем. Не даже паниковать. Если не паникуем, то не паникуем. Прицел X3 для тебя нашел. Вот, о, видишь? Да, бери, да. Главное не паниковать. Зибик! Блять! Влад, ты видишь, за нас Зибик. Я на ходу бинтуюсь, кстати. Это Зибик. Зибек. Че, какой домик займем на границе зоны? О, я вижу чела. Поп, я ну, Блин, ну ты по классике. Ладно, я бегу к тебе. Пометь его пометкой, если не сложно. Он закрылся в доме, блять. Я его накоцал, он закрылся в доме. Вперед, я вас понял. Так он в зоне сидит, если что, они нас встречать будут. Да, давай их обойдем, давай побежим кто-то туда. Ну год так, чтобы... Страх. Ну или ты хочешь их штурмовать просто, я хожу. Блять, беру вектор, мне пуха. Красная зона. Слеповуха. Подготовить. Так что, ты реально штурмовать их хочешь? А, нет, смотри, вон домик есть. Можем тут засесть. Не рашить. Блять, есть. Мотоцикл. Ну ладно, похуй. Они могут не знать, мы же вдоль деревьев бежали. Зибек. Тут вроде залуплено все. Все, ныкаемся здесь, ложимся на пол в противоположные углы и косплеим папичи. Че, прицел дропнешь? Держи. X3 лишний, типа лишний, да? Да, держи, я все дропну. Я за энергетиком полозу. Ловое цевьё мне никуда не. Так, ну это X3, да? Блять, я так выполз, забрал энергетик, дотягивающийся едва рукой, и заполз обратно в свою нору. Просто как в реальной жизни примерно. Я энергетик из холодильника достаю. Ладно, я никогда не доставал. У тебя уже есть увеличенный магазин, да? Или тебе не на что? Мне не на что, походу. А чё у тебя за стволы, что тебе не на что? А, или значит есть, не знаю. Опять зона, но next зона. Смотри, сейчас эти челы пойдут из того дома. Блин, а го их примем. Я, короче, тут буду. За камнем. Я не знаю. Вот выгодно занимать одну и ту же позицию, немного под разными углами. Не-не, под разными, под разными. Ну, просто я так могу... У меня всегда мысль, что я тебе не помогу, если они на тебя нападут. Хотя бы... Ладно. Хотя бы инфу пусти. Смотри, вот я за этим камнем, они точно побегут отсюда. Я тогда за деревом. Главное, просто, типа, реально не бегать, чтобы... По звукам ориентироваться. Бля, зона сейчас... Зона пойдет через 5 секунд. Мне показалось, я видел, как выбежал человек из дома, но... Может, это листочек был. Блядь, зона реально пошла. Он на мото... Он на велосипеде! Я вижу. Второй, Слав! Блядь, второй! Ебать, мы хотели с нами сопятом! Он меня с одного выстрела убил! Блядь! Я в него всадил раза 3, но он не убился. С одного выстрела. Сейчас я бы тебя поднял, и мы продолжили сражаться с зоной. Блин, да. Очень потная хатка. Ну, сори, я подвел, как всегда. Ну, а чё, может быть, реально, короче, в мясо прыгать? Потому что, ну, типа... Ну, я в мясо... Ну, это прикольно, можно учиться стрелять, но... Слава пока стрелять не научился еще. Ну я не умею вообще. Ну там сложно, да, типа там прицел и ЛКМ надо спамить иногда. В матче я ничего не настрелял. У Егора почти 600 урона, я столько никогда не видел. Нет, это сам. Это скорее всего мировой рекорд, Егор. Ты скриншот сделал? Не, ну там пот, там не то чтобы боты какие-то, ну то есть там не то чтобы я АФКшников каких-то гасил, там нормальные у нас были. Зарубы, я еще там Славу под... Ну короче, нет, это клип, короче, вот это ранний этап, это клип. Это не, ну ты там пот нарубил. Блин, можешь реально на YouTube залить? И зарубить просмотров. Я считаю... Gaming Archive 2.0? Ну чё, голос детскую, блядь, уже есть. Я готов. Ну эти челы пока раздупляться будут, типа, можно идти. Влад не хочет втроём, так что погнали. Я готов.
Но это было реально сочно. Жалко только, что я, как всегда, подвел в самый ответственный момент. Когда меня уронили, Егор убил того чела. Он убил двоих челов, более того. Типа, а когда Егора уронили, где был я? Я, блядь, сосал хуй. Не, ну я вышел ему в спину, и я попал в него пару раз, но потом я не справился с отдачей, и последняя очередь ушла в молоко полностью, а у меня сложилось впечатление, что ему хватило одного крика, чтобы меня убить. Ну там, наверное, очередь летела. Блядь! Вот, ну, типа... Парни, это же...